за аббревиатурой ЗАГС – запись актов гражданского состояния. Ежедневный, кропотливый и ответственный труд работников этой службы, начиная от регистрации рождения нового гражданина до самой последней записи в жизни человека. По сложившейся традиции мы подводим итоги демографической ситуации в Невельском районе за прошлый год. За 2019 год семьи района пополнились 135 новорожденными. Одна из них – двойня. 73 мальчика и 62 девочки. Ян, Шахзот, Тихон, Федор, Ясина, Ярослава, Эсмира, Эмилия – вот такими редкими именами некоторые родители нарекли своих чад. За этот же период свои отношения зарегистрировали 107 пар. Но не радует тот факт, что зарегистрировано 96 семей, решивших расторгнуть брак. К сожалению, и печальные события ушедшего года имеют место быть. Из жизни ушли 233 человека, из них 121 мужчина и 112 женщин. Пусть чаще звучат праздничные марши. Главное, чтобы семьи сохранялись, выдерживая все испытания, и продолжали род не ради демографической статистики, а на радость и счастье. Служба информации Невельских новостей.